золотое правило. Okay, that says. Звучит оно так, да? Do unto others the way you'd like to be done unto, basically, right? Звучит оно примерно так. Не делайте с другими людьми того, что не хотите, чтобы сделали с вами. И наоборот. Okay, that's basic human nature there. You want to understand that? Человеческой природы. То есть это достаточно понятно и очевидно. Но кто из вас хотя бы раз в жизни заметил, что не все люди хотят того же, что хотите вы? Кто из вас это заметил? Okay. For those of you who don't notice that, just go ahead and get married and you will find out quickly. Кто из вас, если кто-то из вас этого не заметил, то срочно женитесь, если вы хотите замуж, сразу заметьте. So what you want to do is want to understand behavioral styles. You want to understand how to communicate with different people who might not want to be done unto the way you want to be done unto. То есть мы должны прийти к пониманию того, как вообще люди ведут себя и почему они ведут себя таким образом. То есть какие типы людей существуют и почему разные люди воспринимают разные вещи по-разному. Now there's four main behavioral styles that you want to understand. Существует четыре разных типа личности. Я очень коротко хочу, чтобы вы просто это вспомнили или подумали об этом. I use colors to explain. Я в своей системе использовал цвета. Now, I use yellow, blues, greens, and reds. Yeah, go ahead. Кстати, я должен объяснить, сейчас я встреваю наш разговор, диалог, я перебил Джерри. Дело в том, что Джерри Кларка... Многие не знают по той простой причине, что его растащили на цитаты очень давно. В 1997 году этот человек изобрел вот эту типологию личности, то есть четыре разных цвета, и после этого все начали использовать эту систему. И он использует в своей системе четыре цвета – желтый, синий, зеленый и красный. So whatever he said. Что бы он ни сказал. Сейчас я вам дам очень самую короткую презентацию по цветам, самое простое объяснение. В тот день, когда я начал использовать эту систему, мой доход утроился за 90 дней. The whole point is that anytime you come in contact with someone, самый главный ключ заключается в том, что каждый раз, когда вы контактируете с человеком, с любым человеком, you're gonna have tension on one side. You're going to have cooperation on another side. Вы будете видеть, такое волнение с одной стороны, да, напряженность с одной стороны, и помощь, кооперацию с другой стороны. Это как график. So what do you want more of? Do you want more tension or do you want more cooperation? Это как две чаши весов. Что вы хотите больше? Напряженности в отношениях, либо вы хотите именно поддержку, помощь? What do you want? Что вы хотите в отношениях с людьми? Cooperation, right? Правильно, помощь, поддержка, да? Exactly. One of the best ways to decrease the tension and increase the cooperation. Для того, чтобы весы немножечко перевесились, да, чтобы убрать как можно дальше от нас напряженность, но увеличить помощь. Is to learn how to communicate in someone else's language. И поддержку — это если вы научитесь разговаривать на другом языке того человека, с которым вы говорите. Now, I'm talking about the behavioral language. То есть я говорю о языке поведения. I mean, it would be good, for example, if I was able to come over here and if I was able to speak Russian. Wouldn't that be a really good thing? Как вы думаете, было бы неплохо, если бы я вот мог сейчас выйти на сцену и начать с вами говорить по-русски? I mean, wouldn't that decrease the tension? Это бы немножко уменьшило бы какую-то напряженность между нами, правда? И больше с вашей стороны я бы получил поддержки, да? I mean, wouldn't you guys be very impressed? То есть вы бы наверняка сейчас очень сильно удивились, если бы я взял и начал говорить по-русски и очень воодушевились этим, да? Yeah, right. Now, unfortunately, I don't speak Russian. К сожалению, я не говорю по-русски. But, no. If you all speak Russian, если вы все говорите по-русски, there's also a behavioral language that you speak. Поймите, что вы в то же самое время еще говорите на одном языке. Языке, который отвечает вашему типу личности. And you want to understand what that behavioral language is. И вы хотите понимать вообще, что это такое за поведенческий язык такой. So I'm going to quickly explain this to you. Я очень коротко, очень быстро вам это объясню. Или освежу в памяти. So I have a six-hour training.
training that I do on this, and I'm going to make this real short. I'm going to give you a short explanation. Обычно этот тренинг занимает 6 часов, но я сейчас уложусь в 6 минут. Я сделаю это очень коротко и быстро. All right, so let's take a look here. Давайте посмотрим вот куда. All right, so notice that there's a horizontal or a vertical. See the vertical line? Видите, здесь у нас такой график небольшой, есть вертикальная линия. Okay, at the top of the vertical line it says relationships. Наверху написано relationships, или в переводе на русский взаимоотношения. So these are people that are more relationship oriented. То есть, если вы смотрите на график этот, то чем ближе к первому, тем более нацелены люди на взаимоотношения. So you notice these are people that are yellow and blue. They are more relationship. Вы видите 4 квадрата. Наверху видите два типа личности, желтые и синие, которые больше нацелены на взаимоотношения. So you see down at the bottom it says tasks. Внизу же вы видите другую категорию людей. То есть чем ниже, тем больше люди нацелены на задачи, на цели. So these are people that want to stick to the task. They want to stick to the business at hand. Это люди, которые хотят больше заниматься не столько хвалой взаимоотношения, сколько дела и осуществления чего-то. They really don't have to get to know you first. То есть им совершенно не обязательно познакомиться с вами поближе, прежде чем перейти к делу. Let's just get to business. Давай сразу перейдем к делу. Вот этот такой тип людей. Those are predominantly the greens and the reds. И это предоминантная черта характера для зеленых и для красных. And then you have a horizontal line. И вот вы видите еще горизонтальную линию. And at the left of the horizontal line says indirect. То есть с левой стороны это не прямые, не прямолинейные. So indirect are people that move slower, they walk slower, they talk at a lower volume. Это люди, которые говорят тихо, которые двигаются тихо и даже разговаривают, вообще все делают тихо. You'll notice these are yellows and the greens. То есть вы заметите, что к этим квадратам принадлежат желтые и зеленые. And then you have the people that are direct. А потом вы видите с другой стороны, направо это прямолинейность, прямые. Direct people walk faster, they talk louder, they talk faster. Прямолинейные люди — это те, которые подходят к вам сразу начинают разговаривать, говорят громко, говорят быстро. So let me ask you a question. Давайте я вам задам вопрос. Based on what you've been able to see from me, how many of you would say I am more indirect or more direct? Сейчас я вам задам вопрос. Вот просто основываясь на том, что вы уже заметили, как я хожу, двигаюсь и разговариваю. Я более прямолинейный, либо я как раз не прямолинейный. So how many of you say I'm more indirect? Кто чувствует, что я не прямолинейный? Поднимите руки. Nobody. How many of you say I'm more direct? Кто считает, что я более прямолинейный? Видите, вы же это знаете, да? So here's what that means. Вот что это значит. That means I am predominantly. Это значит, что я мой предоминантный цвет. Either blue or red, one of those. Либо синий, либо красный. Один из этих цветов как раз является моим. I am not yellow or green. То есть вы посмотрели на меня и вы поняли, что я точно не желтый и точно не зеленый. See, now you start to already get an idea. Вы уже начинаете понимать, как лучше всего со мной разговаривать, просто посмотрев на этот график, да? This is important information to know, especially when you're working with prospects. Это очень-очень важная информация, которую необходимо знать, особенно если вы разговариваете с потенциальными клиентами. You're working with team members in your business. Или вы работаете с членами вашей команды в бизнесе. You want to understand this. Вы хотите это понимать. Now it's a matter of if you think I am more relationship oriented or task oriented. Теперь опять посмотрите на меня и подумайте, я более нацеленный, заточенный на взаимоотношения, либо на выполнение каких-то задач. And there's a whole list of characteristics that explains this in detail. И существует огромное, конечно, целый список характеристик, чтобы вам было легче определить, но просто взгляните на меня. But take a guess. How many of you think I'm more relationship oriented? Угадайте, кто из вас считает, что я больше нацелен, заточен на взаимоотношения с людьми? А кто считает, что я больше на цели? Oh, yeah. Okay. So, you both right. Дело в том, что вы оба правы, все, да? I am more task-oriented. Да, я действительно нацеленный на цели человек. What that means, но что это значит? Predominantly a red. Предоминантно я все-таки красный. Но следующий цвет, который у меня находится, не так же ярко выражен, это синий. So
Я сейчас очень коротко о всех цветах вам расскажу. Вы не против? Okay, let's talk about the yellow real quick. Давайте о желтых поговорим очень коротко. These people are relationship oriented and they're indirect. По графику вы поняли, что они нацелены на взаимоотношения, и они, ну, не такие прямолинейные. These are some of the nicest people in the world. Это одни из самых приятных людей на Земле. They are friendly. Они всегда дружелюбны. They got nice smiles. Они всегда очень хорошо улыбаются. They want to hug everybody. Все хотят обнимать. They want to save the world. Они хотят спасти мир. They don't know why we're all fighting. Они не понимают, почему это мы все ругаемся и деремся. Don't you know if you hurt me, you only hurt yourself. Неужели ты не понимаешь, если ты обидишь меня, ты обидишь сам себя? The yellows want to join hands. Желтые очень любят браться за руки. And they want to sing. И они очень любят петь. Kumbaya. We are the world. These are the yellows, right? Это желтые. The yellows make up about 35% of our population. И на самом деле желтые примерно 45% населения. And the yellows are some of the best listeners in the world. Желтые — это самые лучшие слушатели, которых только можно найти на свете. Let me ask you a question. Is listening a very important skill to have in your Oriflame business? Я вам задам вопрос. В бизнесе Oriflame вот этот навык слушания — это очень хороший навык. Да. Is that important? Это важный навык. Да. And yellows are also very nurturing and supportive. И в то же самое время желтые, они очень такие поддерживающие люди, они поддерживают других людей, они очень воспитывают, помогают, они все время рядом. Is that a very important skill to have? Это хорошее качество, которое можно хорошо использовать в бизнесе нашем. Yeah. Now listen. Теперь слушайте. This is important for you to know. Для очень важно знать. All of us have a little bit of all these colors in us. Абсолютно каждый из нас имеет хотя бы частичку какого-то из этих цветов. But there is a dominant one that you operate from. Но существует один предоминантный цвет, вот при помощи которого мы, собственно, и работаем и живем. So the purpose of understanding this information is so you can better understand yourself and you can better understand others. Причина, почему я сейчас с вами делюсь этой информацией, заключается в том, чтобы вы просто лучше понимали себя и вы немножко лучше понимали окружающих вас людей. This information is not so you can run around telling other people what color they are. Эта информация не для того, чтобы вы сейчас во время перерыва бегали по там коридорам и определяли цвета друг друга. Нет. Okay. So, let's go to the blues real quick. Давайте быстренько про синих поговорим. The blues are also relationship oriented. Синие — это тоже люди, которые заточены, нацелены на взаимоотношения. Which means they like people too. They want to be around people. Они любят людей тоже так же, как желтые. Им нравится быть в окружении людей. But the difference is the blues are more direct. Но разница в том, что синие, они более прямолинейные. So instead of listening, the blues are the talkers. Вместо того, чтобы слушать людей, они обычно как раз делают наоборот, они говорят в этот момент. The blues wake up talking. То есть синие, они просыпаются и начинают говорить. They talk all day. Они весь день говорят. And some sleep talk. А некоторые люди даже ночью, когда спят, говорят во сне. The blues mean that they're good talkers. They are some of the best promoters in the business. Синие, из того, что они говорят, они являются лучшими промоутерами в бизнесе. And the blues are very big picture oriented people. They're not detailed people. Это люди, которые не сосредоточены на деталях. Это люди большой картинки. Они видят большую картину в целом. The blues main motivating factor is fun. Они главный мотиватор для синих — это если весело вокруг, значит это интересно. You got to make it fun for them. Для того, чтобы синие на вас хорошо работали, нужно создать условия, чтобы им было весело. And they make up about 15% of the population. И синие, ну, примерно 15% населения — это доминантный цвет у них синий. So now let's say something about the greens. Давайте поговорим теперь о зеленых. The greens are task-oriented and they're indirect. Зеленые, они нацелены, сосредоточены на выполнении задач, и они не прямолинейные. These are some of the most analytical people on the planet. Это самые аналитические люди на этой планете. Это аналитики. A lot of them are so analytical. Они, многие из них настолько аналитичны, that they don't join me because they're still analyzing whether or not they should. Что часто они не вступают, причина, почему они до сих пор к вам не присоединились в бизнес Oriflame, потому что они до сих пор анализируют, нужно ли это делать. Very detailed.
очень-очень больших деталей. They want the facts. Они хотят факты. They want to know all the ingredients in the product. Они хотят знать все ингредиенты в продукте. Они внимательно изучают этикетки. They say you're growing too fast. You're growing too fast, so you might be saturated soon. Growing. There's too many people coming in. That means the whole world will be in Oriflame. Они обычно говорят, что слишком много людей присоединяются к Oriflame, наверное, скоро всех уже подпишете, поэтому я пока этого делать не буду. Let's say something about the Reds. Давай поговорим немножко о красных. They're direct and they're task-oriented. Они прямолинейные и они нацелены на выполнение задач. These are people that want to get to the point, stick to the point, get off the point, and get to the next point. Это люди, которые хотят ближе к делу, давай займемся делом, и не будем тратить время ни на что другое. And also the Reds have the biggest egos. И у красных еще они являются обладателями самых больших эго на свете. So the Reds come up and they say, hi, how are you? Может, красные, например, здороваются с вами, говорят, привет. Was it Andre? Андрей. I'm glad you can meet me. Андрей, я очень рад, что ты смог со мной познакомиться. А так говорят красные. Познакомились, они наоборот. They believe the whole world was made for them. Они считают, что весь окружающий мир это так как раз для того, чтобы они здесь существовали. Now understand, choose to really learn this information. Really, really learn. На самом деле очень важно, очень хорошо эту информацию изучить. It's going to be beneficial not only in your Oriflame business, but it's going to be beneficial in your personal life as well. Почему? Потому что это будет не только даст вам огромное преимущество не только в бизнесе Oriflame, но также в вашей личной жизни. So let me give you an example. Давайте я вам дам пример. The yellow screen of the opposites attract. То есть, opposites attract. Когда мы слышали такое выражение, как противоположности притягивают. Right, see if we got 5 minutes. See if we got 2 minutes. Сколько у нас времени еще есть? 5 minutes? Okay, alright. So opposites attract. То есть противоположности притягиваются, да? So a lot of times the yellows will marry the reds. То есть очень часто желтые именно притягиваются к красным. And a lot of times the blues will marry the green. А синие притягиваются и женятся, выходят замуж за зеленые. Now, of course, everybody can marry everybody, right? Конечно, каждый цвет может жениться, выходить замуж за любой цвет. If two yellows get married, they join the Peace Corps and you never see them again. Если двое желтых, например, женятся, они вступают в ряды какой-то армии спасения и уезжают из города, вы их больше не видите никогда. If two blues get married, it's called a 24-hour hangover. Если двое синих женятся, да, то обычно у нас в Америке это называется похмелье 24 часа в сутки. Да? If two greens get married, it's called paralysis by over analysis. Если двое зеленых женятся, да, то это паралич из-за того, что слишком много анализируют. And if two reds get married, it's called war. Если двое красных женятся, это называется коротко, война. But what happens a lot of times the yellow will marry a red. Но очень часто бывает, что желтые выходят замуж и женятся на красных. So I'm predominantly a red, right? То есть представим, что у меня предоминантный цвет красный. So guess what color my wife is predominantly? Угадайте, какой предоминантный цвет у моей жены? Желтый. Yellow, exactly. Желтый, точно все. Here's why that's important. Вот почему это важно. The yellows are attracted to the reds. Желтые притягиваются к красным. Because the reds tend to show the power and the security that the yellows want. Потому что красные, они демонстрируют власть и вообще тот уровень безопасности, да, тот уровень стабильности, который так нуждаются желтые. And the reds are attracted to the yellows. А красные притягиваются к желтым. Because the yellows are the only ones that will put up with. Потому что желтый это единственный цвет на свете, который может вообще их выдержать. Now here's the thing I want to understand. Есть такая вещь, которую я хочу, чтобы вы поняли. So my wife is a yellow. That means she loves flowers. Моя жена желтая, это значит, что она обожает цветы. She loves to walk amongst the trees. Она обожает ходить по лесу, окружённой деревьями. She loves to hold hands in public.
Она обожает держать меня за руку в публичных местах. И я вот все эти вещи, что сейчас перечислил, мне как-то по барабану, есть или нет. Но я же должен делать то, что хочу, чтобы делали со мной, правильно? То есть у вас должно появиться желание адаптироваться. Точный магазин, договорился с ними, чтобы в определенную дату они посылали огромный букет цветов моей жене. Снимали с карточки деньги. Моя жена просто обожает. Now, the flower shop, they automatically bill my credit card every month and just send it to her. I don't have to worry about it. Что делает магазин? Они просто ежемесячно в определенную дату снимают определенную сумму денег с моей кредитной карточки и отсылают цветы. Все. So, I do some things that she really loves. Я делаю какие-то вещи, которые она очень любит, она делает какие-то вещи, которые очень люблю я. And the blues and greens, they tend to get married. И синие с зелеными, они очень часто притягиваются тоже. See, the blues, they like recognition. Помните, зеленые, они обожают, когда их все время признают их таланты. The greens, they like perfection. А зеленые, они просто обожают перфекционизм. But the greens are not going to give the blues recognition until the blues become perfect. Но зеленый ни в коем случае не признает достижения синего, пока синий действительно не станет идеальным. То есть синие никогда не будут идеальными, они же синие из-за этого, да, как раз и есть. То есть зеленые все время в депрессию впадают из-за этого. Одну последнюю историю вам расскажу, и мы, наверное, прервемся на перерыв, хорошо? It's a story about the colors. Это маленькая история о цветах.